Привет, малыши! На что вы смотрите? Ого! Какая прекрасная рождественская ель! Какая ты молодец, Кэрри! Ель выглядит просто фантастически! Твоим гостям она точно понравится! Все верно, под ней еще будут подарки! Санта передал их Пенни! Она уже везет их сюда! Ждете подарков с нетерпением, малыши? Здравствуй, Пенни! Ты везешь новогодние подарки на праздничный вечер к Пенни? О, нет! Что это за звук? Что-то случилось? Катастрофа, Пенни! Дверь грузового отсека открылась! О, нет! Подарки! Что же нам теперь делать? Карл, скорее, Пенни в беде! Ей нужна помощь супергрузовика! Смотри-ка, супергрузовик Пенни вон там. Не волнуйся, Пенни, супергрузовик уже здесь. Супергрузовик Пенни везла подарки от Санты к праздничному ужину, который устраивает Кэрри. Но они все выпали через заднюю дверь. Да, это ужасно. Гости так ждут этих подарков. Тебе нужно найти их и отвезти на праздник вовремя. Давай же, супергрузовик, трансформируйся. Скорее, супергрузовик, вечеринка скоро начнется. Ты уверен, что хорошей идеей было превратиться в мусоровоз? Ну ладно, если ты так считаешь. Хотя мне кажется, что гоночная машина была бы лучшим выбором. Это не подарок ли там? Да, позади тебя. Скорее, супергрузовик, собирай подарки в кузов и поехали. Тебе нужно найти остальные. Ура! Осталось найти еще один. Давай-ка посмотрим в парке. Ты видишь подарок, супергрузовик? Ты уверен, что не видишь его? Посмотри-ка сзади. Вот же он, на ветке. Но как же нам его достать, супергрузовик? Так не получится, супергрузовик. Нет, это тоже не сработает. Тебе нужно воспользоваться СТ-3000. Превосходная идея, супергрузовик. Супергрузовик, не время для веселья. Вечеринка вот-вот начнется. Давай скорее возьмем все подарки и поедем туда. Замечательно! А теперь отправляемся к Кэрри на праздник. Не переживай, Кэрри. Супергрузовик скоро приедет. О-хо-хо! А вот и супергрузовик с подарками. Все вели себя очень хорошо весь этот год, поэтому все получают подарки. Счастливого Рождества, ребята!